Сияет Оптина пустынь при вечернем осеннем закате. Завтра 23 октября, день памяти преподобного Амвросия Оптинского, самого знаменитого, великого оптинского святого. В этом году исполняется 30 лет, когда был возрожден монастырь Оптина пустынь. Это было в 1988 году. Это был один из самых первых русских монастырей, который был передан церкви. Женский Толский монастырь и мужской монастырь Оптина пустынь. Тогда о нем этом монастыре мало кто знал. Но прошло 30 лет, и слава вновь возродилась. Этот монастырь известен не только в нашей стране, но и, наверное, всему православному миру, как один из самых известных, действительно, светочей духовных святых мест православия. Давно сюда хотел приехать, на этот праздник. Последний раз на этом празднике был в 1991 году. Солнце заходит над рекой Жиздрой. Когда-то здесь была переправа, можно было переправиться на другой берег и направиться в Шамардинский женский монастырь, основанный преподобным Амвросием Оптинским, где он и скончался в 1891 году. Это день представления, день его памяти. Сейчас начнется богослужение, всеношное бдение, а завтра, в самый день праздника, будет божественная литургия, которую возглавит нами настоятель, священно-архимандрит Свято-Веденской Оптиной пустыни, как правильное название этого монастыря, святейший патриарх Кирилл.